В канун Нового года принято подводить итоги. И у детской музыкальной школы есть что вспомнить, чем поделиться и даже похвастаться. Одним из главных событий уходящего года, конечно, стал юбилей. Школе 60 лет. Мы встречали наших ветеранов, выпускников, коллег, искренних гостей. Получили столько слов признательности, благодарности. Как нас это вдохновляет и придает дальнейших сил, когда мы видим результаты своей работы. Мы очень гордимся выпуском этого года. Это удивительные ребята, яркие, самобытные, неординарные. Особо хочется подчеркнуть, что пятеро из них продолжили свое обучение в музыкальных профессиональных учреждениях. Это значит, что растет поколение музыкантов, выходцев из нашей школы. А сколько было событий, концертов, мероприятий, важных гостей и встреч. У нас побывали представители Росатома, министр культуры Свердловской области Учайкина Светлана Николаевна, заместитель губернатора Свердловской области Креков Павел Владимирович, директор регионального ресурсного центра Клещева Наталья Валерьевна. И все они отмечали высокий рост и отличные показатели нашей работы. Родители – верные, участливые помощники и друзья нашей школы. С какой отдачей, теплотой и вдохновением помогают в любой организационной работе, чтобы любой праздник стал событием. Событием ярким, театральным, красочным. В этом году впервые силами учащихся эстрадного класса и преподавателя Буньковой Валерии Павловны был поставлен мюзикл «Мама», который прошел с большим успехом и оставил неизгладимое впечатление. Наши учащиеся и преподаватели показали свои исполнительские умения на конкурсах и фестивалях. Вслушайтесь в названия только некоторых из них. «Волшебство звука», «Грани мастерства», «Сладкие грезы», «Юный пианист», «Разноцветные ноты мира», «Музыкальный калейдоскоп». Это очень непросто, преодолев волнение, вынести на большую сцену свой труд, эмоции и характер. Мы стараемся идти в ногу с веком цифровых технологий, открывая новые образовательные программы. В этом году это музыкальные компьютерные технологии, и ведет ее наш выпускник Макаридин Алексей Дмитриевич. Помним и про исконно русские традиции нашей музыкальной культуры. С сентября реализуем предпрофессиональную программу «Музыкальный фольклор», где с большой любовью к своему делу работает молодой преподаватель Валерия Владимировна Коврижных. Как по-русски, душевно и тепло прошла осенняя детская филармония «Фольклорные посиделки». Мы очень счастливы, что в этом году наконец-то в классах школы прошел большой, качественный, капитальный ремонт. И теперь со свежим ремонтом у ребят и преподавателей только свежие музыкальные впечатления, ощущение радости. Мы очень стараемся, чтобы музыкальное искусство осваивалось в красоте, уюте, комфорте. Спасибо за это нашему городу, главе городского округа Андрею Владимировичу, Росатому. Мы постоянно ощущаем поддержку верных друзей, которые помогают нам создавать условия для эстетического воспитания будущего поколения. Очень благодарны за помощь в организации красочных мероприятий Левкиной Елене, ООО «Мир детства», депутату Государственной Думы Максиму Иванову и его неподражаемой помощнице Ларисе Устюжаниной. В этом году появились меценаты. Очень благодарны «Уралатомэнергоремонту» в лице директора Мальцева Александра Владимировича за приобретенную для наших классов мебель. Это очень трогательно. Так здорово, что есть внимательное отношение к развитию дополнительного образования в сфере культуры нашего города. А сколько прошло в этом году совместных социокультурных проектов с библиотекой, детскими садами, музеем. Наши дорогие друзья, коллеги из художественной школы, мы не мыслим уже ни одно мероприятие друг без друга. Зарождаются и возрождаются музыкальные традиции школы. 1 июня с большим успехом прошел первый городской конкурс «Моя музыкальная семья». А 1 октября, в Международный день музыки, проведя через непростые, но увлекательные испытания, мы посвятили наших первоклассников в юные музыканты. И недавно в камерной обстановке прошел
«Вечер русского романса». Школы искусств всегда были островами культуры, духовности, эстетических традиций и знания. Благодаря нашим друзьям, спонсорам, меценатам, родителям, учащимся и коллегам школа становится уже густонаселенным музыкальным континентом. И нам есть чем похвастаться. Мы вошли в пятерку лучших школ по итогам мониторинга территории культуры «Росатом» среди городов присутствия «Росатом». Еще и еще раз благодарим вас, коллеги, учащиеся, родители, все неравнодушные, замечательные люди, за наши общие победы и достижения. Дорогие зареченцы, коллеги, ребята, друзья, музыкальная школа хочет пожелать вам в наступающем новом году счастья, здоровья, гармонии и лада.